На территории Рязани программу дегазификации реализует компания «Рязаньгоргаз». Основная суть в том, что потребитель не платит за строительство газораспределительных сетей до границ своего участка и врезку в построенный или существующий газопровод. Единственное условие – дегазификации действует для заявителей, которые собираются пользоваться газом для личных, семейных и домашних нужд, а не в коммерческих целях, и, возможно, только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. О том, что существует такая программа, семья Ильченко узнала из средств массовой информации. Тема для них очень актуальная. Они как раз обустраивают новый дом. Без газа сейчас сложно представить жизнь. Это и комфорт, и экология, и экономия. Я считаю очень полезной и правильной инициативу бесплатного подключения домов в тех населенных пунктах, где газовая сеть уже проложена. Это существенно упрощает процедуру газификации для потребителей. Но потребитель должен понимать, бесплатно газовики проложат трубу до границы участка, в СНТ до границ садоводства и выполнят пуск газа. Строительство газопровода на территории собственника, а также подготовка коммуникаций в доме – это ответственность хозяина. Между АО «Рязаньгоргаз» и Ильченко Александр Петрович заключен договор. Строительно-монтажные работы выполнены, получен акт согласования на пуск газа, выполняем пуск газа. В настоящее время заявочная кампания продолжается. Мы оформляем договоры и подключаем домовладение. На начало ноября поступило от населения 70 заявок. В 13 домовладениях мы уже выполнили все необходимые работы в полном объеме. Однако сроки подключения каждого конкретного дома зависят не только от усилий газораспределительной организации, но и от того, с какой оперативностью домовладельцы подготавливают свои помещения к пуску газа. Воспользоваться возможностью бесплатного подведения газопровода до участка можно прямо сейчас. Для этого нужно подать заявку на портале единого оператора газификации connectgaz.ru, в МФЦ, через портал госуслуг, в офисе или на сайте «Рязаньгоргаза». Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».